Отмечать День Победы уже начали многие учебные заведения. Так, в 19-й гимназии сегодня собрались все ветераны педагогического труда. Многие из них еще помнят войну, но самыми ценными воспоминаниями являются годы работы в школе. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Около 50 человек в зале, и с каждым годом этих почетных гостей становится все меньше. В стенах гимназии номер 19 сегодня собрались ветераны педагогического труда. Те, кто в послевоенные годы старался отвлечь детей от всех ужасов войны. Лариса Григорьевна Дегтянникова больше полувека проработала учителем математики и физики. Эти предметы любила с детства, не пропускала ни одного урока, хоть и школа находилась в соседнем поселке. В школу ходила за 7 километров. У нас морозы были по 52 градуса, придем в школу, а там занятия отменили. И тем же маршем обратно в свой поселочек. Для ветеранов самым лучшим подарком стало общение друг с другом, яркие воспоминания и радость от встречи. Каждому были вручены памятные подарки, ученики гимназии подготовили праздничный концерт, после которого всех ждало чаепитие.